Итак, вас оставили после уроков Спенсер, Беттани, Фридж, Марта. И оставили неспроста. Подумайте о своем поведении. О том, кем хотите стать. На ваше счастье, времени у вас будет достаточно, пока будете убирать подвал. Убейте меня. Йоу, Спенсер, это чё? Джуманджи. Играй, коль ты готов дерзнуть, найти в другой мир скрытый путь. А это чё? Аватары. Выбирай персонажа, кем будешь играть. И кого выбрать? Вряд ли это важно. Сыграем? А что происходит? У тебя руки позеленели! Что за чё? Это да. Меня располовинило? Дела. Фридж? Я-то Фридж, а ты кто? Это я, Спенсер. А это кто? Марта? Похоже, мы как-то оказались в игре и стали нашими аватарами. Погодите, я тогда... Беттани! Ой, Беттани, не смотри! Нет, нет! Нет! Я теперь жирный старикан? А, приветствую, Джуманджи! А чё я бегу, как слоумо? Вау! Предупреждаю, я, кажется, сильно бью. Ой, какой сильный! Это я понимаю, мужчина. Не плачь, не плачь. Не плачь, все образуется. Хватит, перестань. Ну правда же. Джуманджи. Зов джунглей.